Алиса! Когда вам надоест сидеть под столом, уделите мне одну минуту. Я должна сказать вам что-то очень важное. Сегодня я особенно возмущена вашим поведением. Мисс Алиса, вы недопустимо опоздали к чаю. Взгляните на часы. 5 часов. А 5 часов это время, когда что? Когда все должны пить чай. А какой беспорядок вы устроили в гостиной? Разве так себя ведут благовоспитанные барышни? Зачем вы залезли под стол? Мы играли с Диной. Мисс Алиса, благовоспитанные взрослые барышни сидят за столом, а не под столом. Я искала здесь черного короля. Кого? Ну, я же говорю, мы с Диной играли в короли королевы. Не сердитесь, мисс Бригер. Дина прыгнула на шахматную доску, и все фигуры раскидались по полу. Вот. И все карты рассыпались. Вот. А вот и она проказница. Посмотрите, как хитренько она улыбается. Кошки не улыбаются, мисс. Уверяю вас, мисс Бригер, она только что улыбалась. Ну-ка, Дина, признавайся. Да, ты подевала черного короля. Что? Что ты там урлочишь? Слышите? Идите-ка сюда, идите. Она говорит, что черный король, скорее всего, залез под стол, да там и уснул. Вот. Ах, мисс Алиса, и когда только вы перестанете болтать всякие глупости? Как только вырасту, сразу перестану. И будут болтать одни только эти умности. Вот. Ну, и когда же, наконец, это случится? Я надеюсь, сразу после обеда. Ну ведь вы же сами мне недавно обещали, что если я съем первое, второе, третье, то сразу вырасту и прямо до потолка. Прямо до потолка? Да. И что же вы тогда будете делать? Когда вырасту? Да. Буду королевой. Какая чушь! В нашей доброй порядочной армии может быть только одна королева. А я буду королевой в такой стране, где много-премного королев. А я буду главная-преглавная королева. И уж тогда точно никто мне не сможет указывать, как себя вести. Королева Алиса. Звучит неплохо. Да, мисс Алиса, боюсь, мне придется побеседовать с вашими родителями о вашем поведении. Уверена, вы будете наказаны. Ой, а можно, по крайней мере, наказать меня потом? Может быть, на следующей неделе? Ну, к этому времени вы еще много чего успеете натворить. Ну вот, и накажете меня за все сразу через неделю. Или через две, или через год. Довольно. Что за сумасшедшее чаепитие? Да. Пожалуй, за все сразу не стоит. А то что же вы тогда со мной сделаете в конце месяца? Посадите в тюрьму, не иначе. А в конце года? Да вы, наверное, мисс Прикет, прикажете отрубить мне голову. Интересно, а я тогда стану? Скорее всего, я не смогу это увидеть. Я же, наверное, не смогу посмотреть в зеркало. По крайней мере, сейчас-то я вам настоятельно рекомендую заглянуть туда и привести себя в порядок. Мисс Прикет, мисс Прикет, мисс Прикет. А если я вам честно-пречестно пообещаю, что буду вести себя, как полагается взрослой благовоспитанной барышне, вы не будете меня наказывать, а? Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Попробуйте. Итак, начнем. Сейчас я и ваши сестры отправляемся на прогулку. А вы берете книгу, садитесь и читайте. Нет, ну что толку читать эту книжку? В ней нет ни одной картинки. Мисс Алиса, прекратите нести чепуху. Сидите прямо, спина прямая. Смотрите в зеркало и ведите себя как... Как полагается взрослой благовоспитанной барышне! Именно так! Вернусь с прогулки, проверю!
там должна увидеть. Тебя и твой зеркальный дом. Это твоя зеркальная комната. Но она совсем такая же, как наша гостиная. И книжки у вас там точно такие же. Только слова там написаны задом наперед и совсем наоборот. 5 часов у вас там тоже сидит мисс Прикет и пьет чай с молоком. Но я не знаю, можно ли пить зазеркальный чай и зазеркальное молоко? Не повредит ли оно нашей доброй мисс Прикет? Так, стоп, Алиса. Перестань нести чепуху. Сиди ровно. Спина прямая, подбородок вверх. Смотри в книжку и веди себя как полагается, взрослой благовоспитанной барышни. Ах, боже мой, я опаздываю! Господин белый кролик, куда же вы подевались, а? Господин белый кролик! Ой, господин белый кролик! Как я опаздываю! Ах, мои ушки! Ах, мой хвостик! Господин белый кролик, а куда же вы опаздываете, а? Подождите! Господин белый кролик, ну, возьмите меня с собой, а? Исчез! Ничего не понимаю! Господин белый кролик! Скоро! Совсем опоздаю! Что скажет королева, если я опоздаю? Королева очень не любит, когда опаздывают, а я всегда опаздываю. Королева, представляю, как она вот выходит. Откуда? Из себя. Идет и приходит. Куда? В ярость! Благовоспитанная барышня может пройти сквозь зеркало следом за незнакомым кроликом. Еще быстрее!
это ты называешь добротой? А что бы ты сказала, если бы на тебя сели? Кроме того, минутку нужно еще догнать. А за нею не угонишься. Так что побежи! Часок-другой, да, а потом,
И победа. Что ж, решено. Прекрасные дамы, в честном поединке сойдутся белый рыцарь, сокрушает все, что попадается ему под руку. Черный рыцарь сокрушает все, что попадается ему под ногу. Браво! 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 Браво!
Да, золотой, как будто солнце.
мог. Дверь закрыта на замок, и чего в нее стучать? Не войдете без ключа. Стучать не надо. Во-первых, я нахожусь по эту сторону двери, и ты тоже. А во-вторых, там такое творится, что тебя все равно никто не услышит. Так и будешь здесь сидеть, хоть до завтра, хоть до послезавтра, хоть до послезавтра. Говорящий ключик, а не могли бы вы открыть для меня, ну, какую-нибудь сверху? Говори какую, только поскорей, мне некогда. Не задерживай его, девочка. Знаешь, сколько стоит у нас время? Сколько? 1000 фунтов? Одна минута! Ой, ой! Товарищ Гришка, а в какую дверь отсюда можно выйти? Смотря куда ты хочешь попасть. А, знаете, сначала мне нужно было догнать белого кролика. Потом я должна... Куда ты хочешь попасть? Да мне все равно. Значит, все равно, куда идти? Ну только чтобы попасть куда-нибудь. Куда-нибудь обязательно попадешь. Только стоит ли куда-нибудь попадать? Вот о чем я думаю. Счастливого пути, девочка! Знаешь, сколько стоит у нас дорога? Ну? 1000 фунтов, один шаг. Ну, куда же мне отсюда идти, а? Вот как вы думаете, может, взрослая благовоспитанная барышня позволит тебе заглянуть в замочную скважину? Ну, я попробую. Вот. Вот такая маленькая дверка. Интересно, что за ней? Какая красота! Там волшебный сад. Цветочные клумбы, фонтаны. Ну, конечно, и белый кролик, и все остальные спрятались там. Сэр, говорящий ключик, я хочу, чтобы вы открыли эту дверцу. Пожалуйста. Только ты туда и голову не просунешь. Ты слишком толстая, девочка. Знаешь, сколько ты весишь? 1000 фунтов и меньше. А если бы голова и прошла, то что ей там одной делать? Кому нужна голова без всего остального? Так и будешь здесь сидеть день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Ну что же мне теперь делать? Что хочешь. Меня зовут Зинь-Зинь по прозвищу Буль-Буль. Я пузырек с волшебною водою. Один колдун попрон по прозвищу Клюк-Клюк меня налил какого-то настоя. И вот теперь, увы, я не могу свинеть, цинь-цинь. Не получается, о горе, когда я был пустым, я даже мог свистеть. Теперь я разучусь, наверное, вскоре. Ах, выпейте, прошу, все это из меня спадет. Заклятие и свершится чудо, ах, выпейте меня, ну выпейте меня, и я опять пустым звенящим буду. Надо же! Мне так мечталось стать большой и взрослой, а стала
Кусочки чудесный сладкий пирожок. Ни травы, ни бобы, а только
чуде, чудесные грибы. Грибы исполнят все мечты, их целые поляны. Кусок гриба откусишь ты и станешь великаном. А может быть наоборот, ты подрастешь не слишком. Гриба кусочек кинешь в рот и станешь вновь малым. Чем будучи иной, в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.